Жительницы Чебаркуля устроили разборки из-за цвета забора. Конфликт возник после покраски нового ограждения. Одной из местных жительниц не нравится цвет. Якобы сочетание желтого и голубого у нее вызывает неприятные ассоциации. Красок много, цветов существует. Но для них, видимо, существует вот только краска двух видов. Оказывается, соседка уже 2 года с неприязнью смотрит на штакетник, но с каждым годом краска смывалась, и ее ненависть тоже. А в этом году цвет обновили, и опять в желто-голубой. Недовольная женщина даже обратилась к местным коммунальщикам. Но там ей сказали, что других цветов нет, и краска только такая. После скандала теперь это ограждение все-таки должны перекрасить или демонтировать.